Ну вот и пришел сезон болгарского перца, с которым можно приготовить массу разнообразных блюд. Сегодня у нас перец, фаршированный куриным фаршем и рисом, тушеный в томатном соусе. Фаршированные перцы – одно из популярных блюд на наших обеденных столах. Их готовят с грибами, морковью, капустой, рисом, мясом. Сегодня я приготовила перцы с куриным фаршем. Способы тепловой обработки также бывают разные. Можно их запекать в духовке, варить, тушить в сметане, томатном соусе. В любом варианте это вкусное и сытное блюдо, которое подойдет и на праздничный стол. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Подготовьте болгарский перец для фарширования, удалите семенную коробочку и помойте его. Приготовьте фарш для начинки. Белый батон или булку замочите в холодной воде и отожмите. Репчатый лук и чеснок очистите, помойте. Куриное филе помойте, пропустите через мясорубку филе, лук, чеснок и батон. Добавьте отварной рис. Фарш посолите по вкусу, можно поперчить и добавить любые сухие приправы. Перемешайте фарш до однородной консистенции. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Наполните перцы фаршем и выложите в кастрюлю. Добавьте томатную пасту, налейте воду так, чтобы она доходила до середины перцев. В процессе тушения перцы выделят очень много сока. Посолите, добавьте сахар и лавровый лист. Накройте кастрюлю крышкой и тушите фаршированные перцы на небольшом огне 50-60 минут. Перцы, фаршированные курицей в соусе готовы, подавайте на обед или ужин. Подписывайтесь и ставьте лайки. Вот что нам понадобится. Перец болгарский 1 кг, куриное филе 500 грамм, лук репчатый 1 штука, батон белый 70 грамм, чеснок 2 зубчика, рис отварной 3 столовые ложки, томатная паста 2 столовые ложки, лавровый лист 1 штука, подсолнечное масло 2 столовые ложки, соль 2 чайных ложки, сахар 2 чайных ложки. Количество порций 6-7. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Удачного дня!